ГИБДД вскоре изменит некоторые дорожные обозначения. Накануне вступили в силу изменения в правила дорожного движения. В частности, в правилах закрепят такое понятие, как диагональные пешеходные переходы. На автостоянках парковочные места теперь не будут отделять линиями одно от другого. Разметкой будет отмечена зона парковки целиком. Также вводится обозначение мест парковки только для владельцев парковочных разрешений. Порядок их выдачи будет устанавливаться региональными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления. Появятся и знаки, дающие возможность парковать автомобиль под углом к проезжей части. Однако в региональном ГИБДД уточняют, применение изменений на практике возможно лишь после корректировки национальных стандартов. Именно они регламентируют установку дорожных знаков и нанесение разметки.